Приходите сюда, дорогие. Сегодня мы с вами поиграем. Да. Сегодня мы, рассмотрим приложение Cutie-Cut. Ну, не судите строго, но я не могу прочитать. Ладно. Так, давайте создать начать новый фильм. Так. Пусть драйв. А сейчас давайте. Так. Вот, создаем новую папку. И, кстати, спасибо спасибо за 28 подписчиков. Если будет 30, я честно вас поблагодарю. Очень сильно. Я прям вообще сильно вас полюблю, очень сильно. Я даже вам сделаю всем интро. Всем. Так, я выбрал вот это, да. Теперь давайте выберем какую-то анимацию. Пользовательские переходы. Так, вот такое сделаем. Чтобы он так переворачивался. И вот так вот. И до свидания. А теперь как оно получилось? Так. Так, создаем. Сохранение. Попробуем. Во, вот так прикольно получилось. Такой прикольный переход получился у нас. Но мне это не интересно. Но я буду что-то с ним делать. И, кстати, подпишитесь на мой инстаграм. Я ничего не выкладываю. Потому что мне... подпишитесь. О, Роблокс. Так, ваша история. Фух. Во, это я создал. Так. Вот сюда. Вот, у меня такое имя, подписчики 8 подписчиков. А публикации просто 8 бит выпал, и чё? Ладно. Так. Стираем все. Так. Вот что мы поиграем. Давайте в Brawl Stars. Я в следующей серии, завтра я сниму видео, как я играю на ПК. Да. Я буду играть завтра на ПК. Я буду снимать с помощью бандикам. Я еле-еле откопал. Ладно. И, кстати... Любители Brawl Stars. Roblox Movie. Я, конечно, уже не люблю Brawl Stars. Ладно. Так. У меня 6000 кубков. Вот был 8 бит. Скоро Эмс. Эмс не скоро. Она еще дофига будет идти. До 8000 кубков. Так. Какие у меня квестики? Так, выиграть бой 10 раз бойцом Тик. Так, давайте поиграем. Нифига нету больше игр. Давайте поиграем в плей игры. Прикольно будет вообще. Так. Давайте выиграем в Пакман. Так, вы играли 13 июня 2017 года. А вот так надо, да? Пау. Пау. Погнали! Ну все, я скушаю эту фигню, вы теперь будете меня бояться, какашки.
Я на встречный пошел. Че вы от меня? Вишенка. Отвалите. Я боюсь вас. Это игра. Эх. Фух, он шо. Он меня по встречной хотел встретить. Ну хорошо. Я тебя сейчас поймаю, засранец. Помогите, помогите. Ладно, какая-то неинтересная игра. Давайте в Roblox, все-таки давайте в Roblox. Я давно не играл в Roblox, я теперь только зависит от Brawl Stars. А у него откуда робуксы? Я просто не понимаю, откуда у всех робуксы начинают появляться. Откуда у них робуксы? Пати-гей-йоу. Так. Контент deleted. А что же такое там было? Китти. Вот это Китти. Вот это, ну, фикс двойник бэдж. Она не очень. А вот, ну, она не настоящая. Ну, все знаете то, что она не настоящая. Не надо было даже объяснять. 10 000 бейджов. Давайте их соберем все. Посмотрим, какие старания были. 10 000 бейджов. Это как-то вообще. Фри бейдж. Парти. Что это, блядь? Парти. И надо идти по этим 10 000 бейджам. Парти. Понятно. Как-то скучно вообще все играть. 27 градусов. Я не в Бобровке. Плей игры. Парти. О, давайте в Браву. Давайте повыбиваем каких-нибудь бойцов. Бойцов, давайте повыбиваем. Так. И я оставлю ссылку, ну, хотя, может быть, и нет. Ну, ладно. Так, сколько бойцов у меня здесь? 11. И гел есть, да. Так. Открыть оставшиеся ящики. И давайте их будем открывать, пока кто-то не выпадет. О, Пэм выпала! Ура! Понятно. Я так быстро открываю. Ну, быстро. Это не автоглиф, это я руками так быстро открываю. А когда выпадет бравлер? Это вообще сервер разработчиков. Почему? Почему никто не падает? Может, давайте вот эти большие откроем. Может, там кто-то выпадет. Никто не Биби, яу. Так.
больше никто не выпадет. А теперь просто ящики сейчас откроем. Мистер Пи! Мистер Пи! Кузичник. Мамортис! Эй, бой! Два ящика. Барли! Чё мне не попадал тогда? Это как? Барли! Да, всё закончилось. Эти я не могу открыть. Давайте тупо, уберем вот эти все гемы свои потратим. Квесты, блин. Блин, а кто хочет, чтобы закончился побыстрее уже этот Brawl Pass? Напишите в комментариях. Ладно, друзья, мы скоро будем заканчивать, уже идет 11 минут. И вот, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте наберем до конца месяца, может быть и нет, 30 подписчиков, вот. И кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И всем пока-пока!